Сколько людей реально будет уволено с открывшегося недавно с такой помпой завода на предприятии, не говорят. Но речь идет о сотнях человек. Новые инвесторы оправдываются. Они подсчитывают убытки и разрабатывают новую стратегию. Но то, что увольнения начались, подтверждают. Сейчас мы пересматриваем весь бизнес-проект. Ситуация на рынке резко ухудшилась, поэтому работать по изначально разработанной стратегии мы не можем. Только в мае завод потерпел убытки в размере 1 250 тысяч евро. Если мы продолжим работать в таком же режиме, убытки превысят 2 миллиона ежемесячно. В долгосрочной перспективе так работать нельзя, и, к сожалению, изменения коснутся работников. Увольнения уже начались, но сколько человек будет уволено, мы пока сказать не можем. По данным портала Лепайнекем.ЛВ, в понедельник, 25 мая, на первом этаже административного здания КВВ «Лепайс Металрук» собрались десятки людей, которые хотели получить документы в связи с увольнением. Многие из них признаются, что больше никогда не примут предложение о работе от «Металлурга».